Привет! Всем здорово! Смотрите, ребят, прям название увидели. Бля, пиздец, что случилось? Что с Церата? Может, мне вообще ее не брать? Обоссались проще всего. Ну, будет немножко попроще. Просто маленькие недочеты. Там где-то что-то, ну вот недочетик, где стоечка потекла, ну, пинается автомат. Блять, вот все такие маленькие мелочи, они приходят все равно к чему-то вот. Что-то ты понимаешь, что может эту машину мне брать, может ее не брать. Вот чтобы вы поняли, это сегодня помощника нету, сегодня вот эти обзоры, блядь, вы заебли уже. Вот столько мата, столько негатива там. Блядь, заебали реально, блядь. Вы долбоебы конкретные. Из-за этого тачку я не мыл. Некоторые из вас долбоебы. Точнее, некоторые есть нормальные. Вот так, наверное, проще всего. Так что тачку не мыл, будем с грязной машиной. И потихоньку я вам пройдусь, что именно произошло сейчас, сегодня, вот ноябрь. У нас ровно 2 года машине. 2 года тачки. 33 тысячи пробег. 33 тысячи. Не вру. Тут такие пирожки. Короче, давайте я вам рассказываю. Смотрим, ставим лайки. Ну, кто-то дизлайки, конечно. Пишем комментос свой. Вообще, ну, вопросы какие-нибудь задавайте. Че, как по Церату там. Есть чуваки, которые вообще любят. Ну, Кию. Именно вот это типа меня. Потому что все. Заебись, короче, у Кии. Все заебись по сравнению с остальными. Не будем называть вслух. Давайте, мой рассказ начинается постепенно, постепенно. И слушаем. И мотаем на ус, конечно. Давайте, начинаем. Смотрите, дубище просто. Давайте быстренько пройдемся. Так вам расскажу по-быстрому. И все, и забегаю. Там подведем внутри уже итоги в салоне. Смотрите, применение масочком я нашел. Ну, номера скрыл, сами понимаете. Такое дело. Самое начало, с чего все началось? Недостаточки такие. Вроде маленькие недостатки, но все равно они давят. Заезжаю я на мойку, блядь, начал смотреть. Я тут начал подкрашивать немножко. Ну, 2-3 раза я подкрашивал. Вот эта тема, когда ее отодвигаешь, она соприкасается. Соприкасается, блядь, и ее никак не отодвинуть. Там есть, говорят, какая-то кнопка, типа техобслуживания, она отодвигается. И там такая же тема. Видел я, вот я, видите, подкрасил тут. Ну, таким лаком, дешманским, женским, можно сказать. Смотрел я на других машинах, не то что постарше, которые дрюкали посильнее. Там прям пиздец, ну, полоска идет вот от этой темы. Ну, зимой, блядь, это рынок российский. Делать нельзя, что ли? Вот эту тему просто отодвинуть, поднять даже нельзя. Смотрите, блядь. Мне один чувак на мойке говорит, ну это хуйня, ты заедь, пусть отрегулируют. Нет, заезжаю, говорит, такая тема, все многие жалуются, говорит, даже все жалуются. Ну вот так решили нас, блядь, наградить. Дальше, дальше. Самое интересное, что вам, стойка, блядь, потекла? Стойка. Так, мы увидим, нет, наверное, мы не увидим. Так, видите, здесь опять все в говне, неделя уже прошла. Стойка, стойка, стойка. Историю рассказываю. Еду в другой город. Радность фраера, есть такая поговорка. Поехал я в другой город. Думаю, бла-бла-кар. Возьму чуваков по 500 рублей. Сюда, блядь, ну маски, все дела уж там. Ну, чё вы думаете? Вот здесь, блядь, 3 рыла. Здесь, блядь, девчонка была. Сзади 3 рыла. И на ебанутую вот заправку, название не буду говорить, такая дешманская, есть же, без сосисек, без всего, ничего там не продают, туалета даже нету. Заезжаю, там вот такой стоит лежачий полицейский, и тук, передом вроде нормально, сзади бам! Чувствую, блядь, думаю, точно, или стойка, или что-то случилось, эти, блядь, еблом щелкают. Ну ничего, им-то похуй, в принципе. 3 человека я сзади взял, ну такой, такой лежачий, вот эти долбоебы тупорылые, вот его бы башкой... Об этот, блядь, лежачий, кто это строил, или вообще кто проектор этой вот хуеты. Стойка потекла. Сначала, думаю, блин, тебе опять скажут, не гарантийная тема, не по гарантии. Так-то, так-то, как обычно это у немцев говорят, да и у многих у кого. И же все нормально. Посмотрели, на полчасика оставил, пока фитнес ходил, покачался. Прихожу, менеджер говорит, все, через 2 недели будет стойка, она потекла. Реально там все будет. Это все по гарантии, надеюсь, никаких там не будет, материть мне вас не придется, как обычно, ну, как там бывали уж тоже случаи, ничего такого серьезного, но было. Нет, материть нас не придется в этот раз, ждем стойку. Дальше, автомат. Автомат вроде ничешный, тут не замечайте, я пожрал немножко эту гадость, не выдержал, ну, грешочек есть немножко. Смотрите, начал он пинаться. Я сначала думал, что это то, что я лил 95-й, грешки тоже такие, знаете,
Были, были. Ну, потом исправился, 95-й. Сейчас 95-й Экта. И все равно он не перестает, он все равно пинается, подпинывается, вот так скажем. Тук-тук, вот так. Немножко даже вам, ну, даже показать вам могу. Смотрите. Бля, здесь разогнаться, в принципе, нельзя. Разогнаться, бля. Бля, нет, здесь не получится у нас. Ну, где-то более, мне кажется, даже не на трассе, но по городской езде вот, ну, чувствуется все равно. Подпинывается надо, может, масло частично там поменять. В принципе, 33 тысячи, ну, это еще машина вообще свежак, можно сказать. Потом, что вам рассказать? Двигатель 2 литра, хватает его просто, ну, пиздец. Вот на газ нажимаю, бабах, улетаешь, ну, кайф. Больше 2 литров не надо. Оптима она тяжелее, на Оптиму тоже 2 литра ставят. Ну, сейчас вроде посильнее ставят, ну, такой же мотор. Тачка тяжелее. Тут 2 литра вполне просто за глаза вообще. Дальше, что еще вам сказать? По музыке. Музыка такая простенькая, но я тоже слушаю, видите, такие бум-бум песенки. Хотел поменять я музыку, но думаю, ну нет, потом что-нибудь там не срастется, и потом с гарантии слетит она, с гарантии если не слетит, так заезжать к этим придуркам, кто ее установит. Музыку, ну, придурков много, да и техника может какая-нибудь бракованная. У меня было, я в приоре буфер ставил, бля, я с ним, сколько я помучился, туда-сюда ездил, то не то, это не то. Здесь просто кондишн, без климат-контроля. Все равно, вот кто-то в комментарии писал, ну да, наверное, верно. Все-таки надо было комплектацию брать повыше. Если денег не хватало, надо было не 2 литра, 1,6 все-таки, но комплектацию повыше. Вот так вот. Все-таки я хотел черный цвет, самый у меня был вот такой, чтобы автомат был. Ну, блин, комплектацию, наверное, все-таки, да-да-да. В кожаной обертке было бы там, ну, много ништяков. Хоть и мне нравится, это мелочи все, ну, теплый руль, это все равно приятно. Заметьте. В принципе, ну, все кайфово, все классно. Буду вот менять скоро, скоро еще. Часто тоже не меняйте масло, да хер ли с ним, ну... 15 раз тысяч, как говорят, так и меняйте. Все тоже оно денежки стоит такое, не как пиво дешевое. Дальше что, все по тачке, в принципе, ну, вот такие пирожки. Вроде мелочи, знаете, но я доволен, я вам скажу. Вот кто будет брать, ну, а машина, берите, у кого на Оптиму не хватает, ну и кто Рио перерос. Кто стал взрослее, серьезнее. Автозапуск, там все дела, запускаешь, и тепло прогревается, быстро машина. Быстро прогревается, багажник хватает. Такая вот серия. Так что давайте, ребят, ну, спросите вопросы, задавайте, буду отвечать. Только без мата, без всяких гадостей. Потому что столько сейчас уёбков. Вот эту вот хуйню, ой, не рассказал, что конкретика. Не рассказал конкретно. Ну, так все говорю, работает. Вот эти малейшие минуса рассказал. Вот какие-то, что есть. Столько, что долбоёбов возил, блядь. И, ну, вот. Вот так вот. Давайте лайки, подписки. Как обычно говорю, люблю вас, целую. Вы уж тоже там в комментах напишите что-нибудь. А то мы запарились уже с помощником вам снимать. Отдачи нету, блядь, охуели. Вы будете смотреть вот этих, блядь, одних и тех же. Три блогера, блядь, от которых уснуть можно. Ну, я имею в виду автообзоры. У нас все равно, ну, делаем, блядь. Пытаемся как-то поинтереснее что-то. У нас опыта не больно-то, пиздец там. Путешествия тоже не поснимаешь сейчас. Потому что все позакрывали. В Турцию там дубище. В Занзибар, блядь, на небо смотреть хер ли там. Так что смотрите сами, реп. Давайте, люблю вас, целую. Лайки, подписки. Тачка the best.